Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от сегодняшней конференции, от международной организации профсоюзов. Вот, то есть атмосфера, участники, то есть что вы увидели здесь? Пока что полных впечатлений еще не может быть, потому что прошло только, ну, грубо говоря, четверть конференции. Еще сегодня полдня и завтра целый день. Но уже сейчас обозначились некоторые тенденции, о которых можно уже сказать. Это такая мягкая, полускрытая, но все-таки борьба между двумя линиями, которые присутствуют в выступлениях участников конференции. Эта линия, что совершенно естественно, трэд-юнионистская, и эта линия коммунистическая. С коммунистической позиции совершенно понятно выступают представители, прежде всего, Российской коммунистической рабочей партии. Вот, и это совершенно понятно. Которая в своих выступлениях достаточно резко, достаточно непримиримо разоблачает отдельные выступления соглашательского плана, которые все-таки тоже были. Но в целом превалирует линия пока что, на мой взгляд, правильная, коммунистическая. То есть, в принципе, уже какие-то первичные выводы вы уже сделали. А можно ли сказать, что профсоюзное движение может ли существовать в отдельности от коммунистического, в отдельности от левого? Оно может существовать, но оно обречено на поражение в этом случае. Что касается выводов, выводы пока делать рано. Пока что речь идет о выступлениях и об обозначившихся позициях. А выводы надо будет делать по результатам этой конференции, по ее решениям. Вот тогда и посмотрим. Какое ваше общее впечатление о сегодняшней конференции, ну и о вчерашней тоже? То есть атмосфера, то есть выступление участников, да, то есть... Да, конференция это одна и та же, просто разные дни. Впечатление положительное. В целом настрой основного состава участников и главное руководство, которое здесь присутствует со стороны Всемирной Федерации Профсоюзов, это на соединение, значит, профсоюзного движения с марксистско-ленинской идеологией. И нацеленность не только борьбы за кусок хлеба, за сегодняшнее, так сказать, свое положение, но и на перспективу освобождения от эксплуатации. Поэтому я считаю, что это шаг вперед для развития рабочего движения в России, ну и во всем мире, на просторах СНГ в том числе. Как вы думаете, почему не было представителей профсоюза МПРА? Во-первых, профсоюз МПРА сейчас находится не на пике, не на подъеме своей борьбы. Это первое. Второе, это руководство этого профсоюза входит в... является членом Совета Конфедерации Труда России, которая входит в МКП, это в альтернативное такое профсоюзное объединение международное, и поэтому, видимо, воспринимает это как такую своеобразную конкуренцию, и относится оно к во Всемирной Федерации Профсоюзов, я имею в виду руководство КТР, в общем-то, негативно, считая, что это не профсоюзы, поскольку они ставят конечной целью уничтожение эксплуатации людей людьми через, ну, свершение социалистической революции, что, по мнению, значит, руководства КТР, ну, недопустимо. Они видят, видимо, какие-то другие пути, эволюционные и прочее, которые мы считаем в конечном итоге простой демагогией, закрепляющей сегодняшнее положение вещей. Поэтому представители вот этого профсоюза МПРА, ну, не поехали в силу идеологического, скорее всего, руководства, да, в силу идеологических своих воззрений, ну, а низовой состав в силу того, что они не находятся на пике борьбы, ну, так сказать, и не, может быть, и не знают даже о том, что это такая конференция сейчас идет. Было указано именно о необходимости создания классовых профсоюзов и возрождении боевого рабочего движения. Понятно, что это чрезвычайно сложно, еще очень много, так сказать, будет препятствий на этом пути, очень много будет противоречий и серьезных проблем с точки зрения сознания трудящихся и организационных моментов. Но то, что такие активисты разных
партий, разных организаций, левых, так и профсоюзных, пришли к этому общему знаменателю, это очень большой уже плюс. И уже на базе этого можно что-то создавать. Mm-hmm. Вот. Раз общее представление именно о классовой борьбе, о структуре и характере классовых профсоюзов, это уже дает какую-то консолидирующую составляющую. Ну и потом посмотрим, как дальше заработает вот этот координационный центр, вот, хотя бы с точки зрения информационного взаимодействия. А такой вопрос, вот линия на конференции проводилась, да, что взаимодействовать или нет профсоюзным организациям с левыми активистами, вот как вы считаете, если будет более плотное взаимодействие не только внутри профсоюзов, да, но еще если они будут привлекать активистов, которые будут помогать им в этом, даст ли это больше эффект? Думаю, что это все уже понимают, ну, во всяком случае, те представители профсоюзов, которые не связаны с работодателями, потому что у нас есть формальные профсоюзы, официальные, которые на дух не переносят там любых политических активистов, не только левых. Вот. А те именно профсоюзы, которые показывают нас в своей деятельности именно стремление к защите прав работников, которые что-то пытаются организовать, делать, они это прекрасно понимают, что необходимо взаимодействие с общественными организациями, с политическими партиями. И в первую очередь, конечно, с левым движением, потому что именно левые организации, там, партия коммунистической, социалистической ориентации, рабочие организации, они во всяком случае декларируют и пытаются выступать именно с точки зрения защиты социальных прав трудящихся. И в то же время сама идеология левая, она именно предусматривает организацию трудящихся и в свои профсоюзы, и в свою политическую партию. Поэтому, безусловно, левые организации должны быть в авангарде вообще всего этого движения. Они должны были быть и раньше авангардом, но по разным причинам, объективным и субъективным, этого не произошло. К сожалению, ни одна из нынешних политических партий на постсоветском пространстве, левых, пока не является авангардом рабочего класса. Но стремление к этому есть. Есть молодые активисты, есть те, которые давно участвуют в рабочем движении. И раз они это тоже хотят, то, наверное, есть шанс, появляется шанс объединения, интеграции как профсоюзного движения, ну, в первую очередь независимого, так и левого движения. Если этот симбиоз произойдет, то это тоже будет, ну, огромным шагом вперед. Во всяком случае, вот с точки зрения верхушки активистов. Но во всяком случае есть понимание, есть уже осознание. А это уже шаг к успеху. Ну, вот эта конференция, это скорее, наверное, первый шаг, да? Конечно. Ну, ясно, что эта конференция пока мало что решает, но она первая. Вот, во всяком случае, сделан первый шаг. Мы ввязались в бой, а война план покажет, и главное оставить после себя определенную первичную структуру. Вот. Пока речь не идет о централизованности какой-то, а именно вот во многом информационной, координационной, солидарной, но это уже что-то. А там на этой базе будем дальше нарабатывать, привлекать новые организации, новых активистов, новых групп. Во всяком случае, появится центр консолидации. Вот я и об этом сказал в своем выступлении. Спасибо большое. Вам спасибо, и хорошо, что вот есть левые активисты, которые пытаются пропагандировать, активно выступают и освещают все эти мероприятия. Спасибо. Будем. Да. Спасибо.